Тема детства привлекала художников во все времена. И вот в Музее искусства Санкт-Петербурга 20-21 веков открывается выставка «Осторожно, дети!». Раз, два, три! Ура! Расшифруйте название выставки. «Осторожно, дети» на самом деле действительно обладает различными смыслами. В первую очередь, прямой смысл, конечно же, мы призываем мир быть осторожным по отношению к детям. И в то же время мы предупреждаем, что берегитесь детей, надо их сначала воспитать так, чтобы не было страшно за будущее. Выставка занимает все пространство музея, включая двор. Здесь собрана работа мастеров с начала 20-х годов 20 века до наших дней. В выставке участвует более 120 художников. Самый ближний регион – это, конечно, Москва, но есть работы и из Владимира, Смоленска, Липецка, Казани. Есть художники, которые очень давно живут во Франции, наши соотечественники. Например, Оскар Рабин специально для нашей выставки написал работу «Кукла». На первом этаже собрана классика советского искусства и классика андеграунда. Два зала на втором этаже посвящены исключительно портретам. А на третьем этаже – актуальное искусство. Как называется эта инсталляция и о чем она? Эта работа, автором которой является Шишкин Хакусай, называется «Спасите наши души». Перед нами 6 девочек. Жизнь для них – это пространство мирового океана. Они подают сигнал о спасении. При этом автор относится к этому с некоторой иронией. Здесь наглядно представлен фразеологизм «Ноги отваливаются». Девочка весь день бегала за бабочками. В итоге бабочки пойманы, а ноги просто лежат рядом. А вот еще один пример того, как взрослые видят современных детей. Это работа Елены Бочаровой, и называется она «Первая». Если смотреть произведение, которое у нас представлено на выставке, становится понятным, какой отпечаток откладывает жизнь на образ ребенка. А во дворе тема детства раскрыта через дорожные знаки. Они словно предупреждают обо всех опасностях, связанных с детьми. А еще здесь есть арт-подвал. Наверное, тут запирают непослушных детей. Нет, это фотоинсталляция. Она называется «Сашка плюс Левка». И ее автор Евгений Терехов. Выставка «Осторожно, дети!» открывается в рамках программы российского правительства «Десятилетие детства» и, вероятно, дает старт этой программе. В итоге мы поняли, что дети бывают не только милыми, но и опасными. На выставке «Осторожно, дети!» побывали Алина Сидорова и Маша Хорина.